20 тысяч человек приняли участие в праздновании широкой масленицы в Балашихе. Гуляли от души. Самые масштабные мероприятия прошли 9 и 10 марта. Центральными площадками традиционно стали площади перед администрацией микрорайона Железнодорожный и перед Ледовым дворцом. Гости водили хороводы, бились подушками, перетягивали канат. Все желающие могли попробовать блины с горячим чаем. Завершились мероприятия сожжением чучела масленицы. Моя коллега Анастасия Тимохина принимала активное участие в гуляниях. Совсем скоро вы увидите и ее видео. Следите за обновлениями. The новости.